Дорогие друзья, всем привет! С вами я, Валентин Медведь. Вы находитесь на канале Мастерской этнических ремесел «Степной дух». И так как вы, если смотрите мой канал, то, возможно, знаете, что я делаю музыкальные инструменты, которые называются окарина. И вот сейчас как раз-таки тот случай, когда я хотел бы презентовать для вас новую окарину, которая сделана в виде вот такого лика. Смотрите поближе, как выглядит. Настроена в тональности соль. Строй миксолидийский лад. Здесь все это подписано, чтобы человек, который приобретает, он всегда помнил, знал. Вот соль, вот миксолидийский лад. Ну и, конечно же, подпись меня, как автора и мастера этого инструмента. И, конечно же, авторский значок. Это обязательно. И сейчас я хотел бы для вас продемонстрировать ее звучание, ее пение, ее дух, ее душу, ее музыку. Ну что, готовы? Если готовы, тогда мы погружаемся в пространство звучания флейты. Вот такой инструмент, вот такая флейта, вот такая окарина. Потому что мне иногда спрашивают, а вы флейты делаете? Вот окарина это и есть флейта, друзья мои, не забывайте про это. Если видео, если звучание этой флейты вам понравилось, не забудьте поставить, конечно же, палец кверху. Меня это порадует, меня это вдохновит. Подписывайтесь на канал, чтобы следить за выходом новых роликов. Это важно, потому что так вы никогда не пропустите новые ролики. Вот, ну и пишите комментарии, пишите свои ощущения, впечатления по поводу моего творчества и того, что вы чувствуете, когда слышите такую музыку. Я благодарю вас за просмотр и до новых встреч. С вами был я, Валентин Медведь, мастерская этнических ремесел «Степной дух».